Отличные результаты лабытанские школьники показывают и в спорте. В Лабытанге в разгаре чемпионат города по баскетболу среди женщин. В лидерах команда «Грация», представленная старшеклассницами третьей школы. Удивительно, но почти все игроки команды «Грации», они в желтой форме. Одноклассницы, и на сегодняшний день эта школьная команда не просто сильнейшая среди сверстников, серебряные призеры окружных соревнований за счет спартакиады учащихся, но и составляют реальную конкуренцию женской сборной города. У нас сплоченность хорошая, отличный тренер, у него хороший наставник, дает хорошие советы. Мы ходим ежедневно на тренировки, тренируемся усердно. Все делаем для того, чтобы был хороший результат. На этом чемпионате они уверенно идут к победе, претендуя на первое место. Заключительный тур, после которого и будут подведены окончательные итоги, пройдет в субботу в Олимпе. Первый матч начнется в 17:00, а до этого в Олимпе начнется первый вид в соревнованиях на Кубок Содружества – настольный теннис. В воскресенье Олимп станет местом проведения соревнований по дартсу за счет городских спартакиад женских и мужских команд. О том, кто станет победителем, на этот раз мы расскажем уже в понедельник.